Резкие перепады температур мало радуют северян, ведь дороги города вновь превратились в каток. Чтобы не получить травмы от падений, нужно соблюдать несколько условий безопасной ходьбы. Кристина Харатова, Алексей Иванищев продолжат. Не упасть на скользкой дороге может помочь удобная обувь на плоской подошве. Но если сцепных свойств стандартных ботинок недостаточно, на помощь приходят ледоступы. Устройства надеваются поверх основной обуви. Ледоступы, они, конечно, сделаны для того, чтобы предотвращать какое-то скольжение. Вот, одевается на ноги при гололеде. Очень хорошо подходит, когда хрупкий снег. Есть они разного вида. Есть просто на носочек, есть на носочек с пяточкой и есть отдельные пяточки. Несмотря на доступную цену, а стоимость ледоступов стартует с отметки в 150 рублей, такие устройства вряд ли можно назвать панацеей. Чтобы не падать, нужно еще и ходить особенно аккуратно, избегая опасных мест. А вот с выбором легко определиться. Чаще всего приспособления универсальных размеров и очень просты в эксплуатации. Главное натянуть на носочек посильнее. Вот не на краешек надеть, а поглубже. Пяточку тоже натягивать прямо повыше. Повыше вот голеностопу. По словам продавцов, сейчас ледоступы пользуются спросом, особенно среди взрослого населения. Кроме того, для пожилых людей есть даже тросточки с противоскользящей системой, которая служит дополнительной защитой от падений.